название сегодня «Неиспользованный Божий дар». Неиспользованный Божий дар. Дар, который не использовали. Неиспользованный Божий дар. К Ефесянам 3 глава, 20 стих, с этого начинаю. «А тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы попросим или о чем помышляем». Заметите, первое, главный герой этого местописания – это тому, кто может делать больше, несравненно больше. Это Господь Бог. И заметите, что там написано. Он может делать гораздо больше, чем мы попросим или помышляем. Вывод такой. Да, мы просим, да, мы мыслим. Но Бог, чтобы вы помнили, Он все равно готов и может делать гораздо больше, чем то, что вы уже попросили. Он может делать больше, чем то, что мы помыслили. То есть резерв, который остается у Бога после того, как мы попросили, большой. Поэтому заметите, каждый раз я к Богу прихожу, прошу больше, потому что то, что Он сделал в прошлый раз, оказывается, Он может делать гораздо больше, чем я попросил. И даже гораздо больше, чем я помыслил. Второе. Здесь говорится, Он, прочитаю, тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего. Так, с какой силой Он делает все это? Действующую в нас. Скажите, во мне кое-что есть. Так, действующий в нас силой, первое, это очевидно сила Духа Святого. Сила Духа Божьего в виде помазания Его, в виде силы. Оно действует, оно во мне. И Бог этой силой действует. И, к сожалению, многие люди поживут на этой земле и умрут. И не сила Духа Святого не увидят его в полноте в своей жизни. И силы талантов, даров, призвания, вложенных в вас, тоже не увидят в полноте. Заметите, неиспользованный Божий дар означает, Бог, то, что Он вложил в нас, Он ожидает, чтобы оно было использовано. Он желает, чтобы оно было выполнено. Он желает, чтобы оно сработало. Скажите со мной аминь. Заметите, три метода, как Бог работает в нас. Он работает в нас силой Духа Святого. Два. Дарами, талантами, какие Он вложил в нас. Три. Когда мы молимся и просим, и Он отвечает. Я могу молиться, и Он ответил. Дело сделано. Я могу проявлять силу Духа Святого, который во мне, и дело сделано. Номер два. Я могу проявлять не силу Духа Святого, а те таланты, дары, какие Бог дал мне. И тоже дело сделано. Когда мы не проявляем Божьи даров, Божьи таланты, мы воруем у целого поколения. Они должны были увидеть кое-что, а мы им не дали. Потому что мы решили, не мое. Если бы я отказался проповедовать Евангелие, вы представляете, сколько бы я у вас воровал благословения, которые Бог через меня хотел изливать, а я бы сказал, не могу, и украл у вас столько. Когда мы отказываемся исполнять Божье предназначение, мы воруем у целого поколения. Заметите, что твои отношения с Богом сегодня могли быть лучше.
твой уровень жизни сегодня – это не потолок твоей жизни. То, чем ты занят, это не потолок. Есть еще больше. И это больше, я его называю нашим потенциалом, способности, которые Бог нам дал, и они внутри нас. Есть божественные способности внутри тебя. Что такое твой потенциал? Твой потенциал – это неиспользованная сила, которая внутри тебя. Потенциал – это неиспользованная способность, которая лежит. Это лежачая крепость, которая не востребована. Это спрятанная сила. Это то, кем ты мог быть, но ты не стал. Это как далеко ты мог бы идти, но не дошел. Это сколько мог бы делать, но ты не сделал. Вы знаете, сколько людей здесь сидят, и они достигли десятое того, что могли бы достигнуть. Одно десятое. И при том, знаете, самое печальное, они довольны тем, что они достигли. Они довольны. Я помню, когда я учился в школе, у нас была группа учеников, которые были всегда недовольными. Мы хотели, когда мы закончили учебник 5 класса, мы начали читать 6 класса. Мы читали 7 класса, будучи 5 классе. Мы так искали, стремились. И что интересно, остановиться на одном месте нам было очень скучно. Мы всегда хотели двигаться. Но я обнаружил других учеников, которые мы в 5 классе только заканчивали книгу 4 класса. Притом им так мучительно все новое. Они бы рады, если все 7 классов было бы один учебник. Они довольны, они спокойны, чувства срочности нету, все нормально, не переживай. Все будет хорошо. Зачем суетиться? Все само собой. Именно такие люди в жизни не достигнут то, что могли бы достичь. Нету в них чувства срочности. Самый большой враг для твоего потенциала – это достигнутое, привычное. То, что мне привычное, нравится, предсказуемое, оно так легко, что перестанешь мечтать, перестаешь стремиться, перестаешь искать Бога, перестаешь читать Библию, перестаешь стремиться дальше, перестаешь достигать, а это очень плохое состояние. Мы не сможем строить дом Божий, если мы довольны, радостны, и нам больше ничего не надо. Теперь вопрос возникает, а мне надо, что мне делать, чтобы мой потенциал включился? Я хочу его включить, я хочу весь мой духовный потенциал, я хочу все мои откровения, какие я получил от Бога, включить. Я хочу все таланты мои включить, я хочу все, кто я есть, включить. Номер один, очень важно знать, кто ты. Вопрос, кто я, важный. Человек, который не знает, кто он, народ, который не соображает, кто они ничего не достигнут существенного. Надо знать, кто я. Когда я не знаю, кто я, вообще отсутствие знания – это проблема. Почему многие дарят таланты, много призвания остаются невосполнены, потому что люди не знают, кто я, на что я способен и вообще, что мне делать. Человек сидит, у него идея огромная,
Но он не знает, что делать с этой идеей. Незнание. Заметите, что незнание способно похоронить тебя, твой потенциал, твое призвание, твое предназначение. Поэтому важно собирать знания. Вообще-то, мне понравилось, как написано Иоанна, 8 глава, 32 стих. «И познаете истину, и истина сделает вас свободным». Что такое познаете? Это знание, познание. Когда я увеличиваю знания в моей жизни, заметите, я становлюсь более мобильным. Причина – я больше знаю. Если я мало знаю, я не знаю, куда двигаться. Но заметите, там не написано только «познайте». Там написано, не все надо познать, а познайте истину. Ведь могу знать много ненужного. Если вы заметили, что когда Бог создал Адама и Еву, Бог специально прятал от них зло. Оно было где-то себе, они не знали. И он говорит, не трогайте дерево познания добра и зла. Живите, как вы живете. Они знали, с Богом ходить, с Богом общаться, разделивать сад, работать, кушать фрукты. Они это знали. Поспать и проснуться. Они знали. А то, что есть обман, есть всякие интриги, они не знали. И Бог не дал им знать. Бог от них спрятал. Понадобилось дьяволу, сатану прийти и сказать: «А, это же хитрый ход Бога. Он вас обманывает. Он считает, что это такое обманывать, что это такое прятать». Они это не знали. Вы знаете, когда Бог пришел и сказал: «Адам, где ты?» Он сказал: «Я наг, я спрятался». И Бог сказал: «Кто тебе сказал?» Есть вещи, которые Бог не хотел, чтобы они знали. Но заметьте, как мир к этому относится. Мир называет знание любые глупые вещи. Это ты стал как Бог. Да? Ты развитый теперь. Есть некоторые развитие, которые нам не нужно. Я вам скажу честно, есть вещи в этой жизни, что если бы я не узнал, мне было бы легче. А потому что я узнал, теперь мучаюсь. Не все надо знать. Ой, я хочу быть широкого мышления. Если ты будешь узнавать только хорошее, Божие, оно настолько широкое, что твоя одна жизнь не хватит. А ты хочешь еще дьявольские еще узнать, зачем тебе? И вот когда я начал расти в жизни, я как личность, я задал себе вопрос, кто я, да? И я пришел к выводу, что есть инструкции для видеомагнитофонов. Раньше были у нас эти маленькие кассетные, этот маленький такой, плеер такой. У вас было такое? О, тогда вы были модными, да? А сейчас вы уже забыли, что это такое, вы с телефонами. Ну ладно, инструкции для плееров, даже инструкции для автомобилей. А я подумал, а где инструкции обо мне? Вот я, где мои инструкции? Кто мой производитель? А что он вложил внутри меня? Какие агрегаты? Какие надо заменить быстро, какие не надо. Вы знаете как? Потому что в машине пишут, вот после столько-то времени меняйте масло. А, хорошо. Вот после этого времени меняйте, пожалуйста, жидкость и тормоз. Хорошо. После такого-то времени, а я вдруг, я работаю на износе, а я не нашел инструкции о себе. А я кто? Оказывается, у нас есть производитель. Скажите, у меня есть производитель. Скажи, меня производили. И даже у меня для вас есть новость. Есть инструкция у вас от вашего производителя. Кто-нибудь хочет знать?
Сообщаю вам, производитель ваш, имя ему Господь Бог. Скажите, Господь Бог. Кто вас создал? Поэтому инструкция обо мне я хочу от производителя. Смотрите, он трепетно и чудесно создал тебя. Где написано там, ты соткал меня. Можно это слово переводить. Ты устроил меня. Ты соединил меня. Ты вязал меня. То есть Бог соединял все, что надо было именно в чреве матери. Он знает тебя. Ты создан Богом. Скажи, да, я создан Богом. Скажи, мой производитель, Господь Бог. Вот написано к Ефесянам 2:10. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, какие Он предназначил нам исполнять. Мы чье творение? Божие. Скажите, я Божие творение. Если бы я 30 лет тому назад к вам пришел и сказал, хочу быть вашим пастором, вы согласитесь? Никто из вас бы не согласился. Никто. Никто из вас не голосовал бы за меня. Никто из вас не сказал «да». Никто. Причина. Потому что не вы мой производитель. Не вы меня создали. Вы не знали, что во мне лежит. А он знал. И сейчас он смотрит и знает, что в тебе лежит. Он знает. Он в курсе. И не позволяй мнение кого-то влиять на то, кем ты можешь быть. Вот мы не можем быть полностью теми, кем Бог нас призвал, если мы не соглашаемся с Богом в том, кто мы. Второе. Если желаешь, чтобы все дары, призвания, таланты, что Бог вложил в тебе, проявились на максимум, трудись. Работай много. Отдыхая в Боге, трудись. Бог желает, чтобы мы не были ленивыми. Причина, почему большие таланты много не проявляются, это потому что мы ленивые. Делали опрос бедных и богатых. В Америке, естественно. Спрашивали у бедных и у богатых. Как вы думаете, какой ключ к успеху? Все бедные до единого ответили, ключ к успеху – образование. А все богатые, никто не сказал образование, все сказали труд и работа. Хотя у них было тоже образование. Оказывается, образование нужно не чтобы быть успешным, а чтобы умело работать. Как мы будем строить дом Божий? Надо работать. Как ты будешь строить твои мечты? Надо работать. Как ты достигнешь бизнес, который ты давно мечтаешь? Надо работать. А цитировать нам умные вещи не дадут тебе ничего. Мы послушаем, похлопаем и уйдем домой. И это ничего тебе не даст. Заметите, в этой жизни надо работать. Послание к Колоссянам 3 главы 17 стих. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.
Работаешь, работай как для Господа. Убираешь в квартире, убирай как для Господа. Как мы называем вещи, которые мы делаем перед Господом, для Господа? Это называется поклонение. Вы знаете, что ваша работа – это метод поклонения Господу. Когда ты на работе, и ты говоришь, начальника нету, сейчас я разбавлю себе, это так ты поклоняйся Господу. Перед Господом, для Господа, во имя Господа, не перед человеками. Это поклонение. Как вы себя ведете на работе, как вы себя ведете в бизнесе, как вы себя ведете в служении, как вы себя ведете в любом деле, это таково ваше поклонение Господу. Делай от души. Если у тебя есть какая-то идея, и ты начал ее воплощать в жизни, работай или учись от души, как для Господа. И Бог даст тебе повышение. Почему? Написано, потому что здесь 24 стих написано, воздаяние от Господа, вы получите наследие. Есть воздаяние. Вы знаете, неважно, где ты, то ли твоя работа, это в Макдональдс, или в кафе, или ты просто учишься, делай от души. Это самое громкое твое свидетельство другим людям, которые неверующие. Вы знаете, как я устал, когда ко мне обращаются бизнесмены, говорят, пастор, у нас христиан такие ленивые, бесполезно их взять на работу. Во-первых, они тоже ленивые. Они должны были допрашивать человека интервью, как положено, а не взять, потому что христиане. Но в любом случае, важно, чтобы христиане отличались, что они добросовестно работают, трудятся и делают свое дело. Скажите со мной, аминь. Вот христианин должен, как написано здесь, от души. Учиться, учись от души, как для Господа. Помни, то, как ты учишься, это поклонение. То, как ты работаешь, то, как ты ведешь бизнес. И поэтому от души, от всего сердца. Важно, чтобы я все делал от души. Давайте предположим, я стою на сцене здесь и проповедую вам. И так себе, не от души. Кто из вас с удовольствием послушает проповедь пастора Генри, который он нам говорит не от души? Поднимите руки. Никто. Какие вы суровые. Вы заметили, как вы ко мне суровые? Не позволяем тебе, Генри, проповедовать не от души. Спасибо, я слышу. Стараюсь от души. Ну вот, правильно вы требуете от меня. Правильно. Но не только от меня требуется от души, но от вас тоже. Важно, чтобы мы с вами вложились на все 100. Скажите со мной аминь. И последнее. Вложиться на все 100 можно только в своем предназначении. Многие люди, они не получаются у них проявлять свои таланты, призвания на 100%, потому что они не в своем предназначении. Они в удобном месте, они в хорошем, но не в своем. Я не буду много здесь говорить, но один из методов, который Бог использовал, вот израильские народы, они постятся, и Бог не отвечает. Они мне нравятся. 58-й этот Исаия. Они, в отличие от нас, они заметили, мы постились, должен быть ответ, нету. Мы призывали, а он не реагировал. Они хоть отчет сделали себе. И сказали Богу, почему мы постимся, а ты не отвечаешь?
И он начал им рассказать, почему. А мы же, как в Агее, Бог закрыл там дождь, они вообще не задавали вопросы. Они собирают дырявый кошелек. Они вообще не задавали вопрос, почему у нас дырявые кошельки, почему у нас нет урожая. Они даже не задавали вопрос. Они на нас похожи. Я заметил, что Бог иногда вот такой гайки перекручивает. С целью, чтобы мы задавали вопросы. Вы понимаете? А почему я столько вложил и нету того? Но мы, как правило, значит, мы молимся больше, мы изгоняем больше, мы приказываем больше. А иногда это Бог гайки эти накручивает. И поэтому они, и Бог говорит им, вы обратите на пути ваши, сердца ваши. Вы заметили, что мы заметили? Вы собрали много, сколько вы... вышло мало. А то, что вы привезли дырявых? Точно, они даже не подумали. Многие люди занят не там, где надо. И они много делают, и нет результата. Потому что Бог тебя ждет. Те таланты, которые в тебе, они предназначены для определенного твоего предназначения. А там ты будешь как рыба в воде. А тут ты мучаешь себя. Правда, ты привык. Но мучение все равно есть. Все, что ты сделал до этого времени, это было не весь твой потенциал, раз ты живой еще. Если это было конец твоего потенциала, ты бы умер в конце. Но раз живой, еще есть внутри. Скажи, еще есть внутри. Я познал Бога, но я хочу познать Его еще больше. Я много сделал, но я хочу сделать еще больше. Я достиг много, но я хочу достичь еще больше. Для этого я буду свое знание менять. И правильные знания. И найду правильных людей, чтобы они меня вдохновляли. Чтобы я не сдался. Чтобы я не унывал. Чтобы я не думал, что я уже достиг. Чтобы я всегда искал, стремился, шел и бежал. И все время буду находить, где мое место, где моя часть, где меня ждет, где я самый эффективный, где меня получается, где меня поручают, для меня, они, пастор поручил меня, где? Вот там. Где двери открываются, где возможность новая, где у меня таланты видны. И вот я туда пойду и проявлюсь на максимум. О принципах победоносной жизни доступно и практично. В книге пастора Генри Мадава «Как стать чемпионом для Божьего Царства». Если вы желаете расти в своем призвании и быть успешным в повседневной жизни, эта книга поможет сделать конкретные шаги к подлинному успеху и благословению уже сегодня. Приобретайте книгу «Как стать чемпионом для Божьего Царства» удобным для вас способом по электронной почте или телефону, который видите на экране. Заказывайте и становитесь чемпионами веры уже сегодня. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро «Академгородок». Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.